Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. She'd been drinking too much eggnog, and we begged her not to go, but she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Bentley Little в ожидании Санты. Сначала я решил, что она меня просто подкалывает. «Как думаешь, что Санта подарит тебе на Рождество?» Я взглянул на Пэтти. Не было ни дурашливого выражения на ее лице, ни бровей домиком. И сказала она это не писклявым детским голоском, слава богу. Терпеть не могу, когда взрослая женщина начинает сюсюкать со мной, как с маленьким ребенком. Тогда зачем она вообще это спросила? «Без понятия», — сказал я. «Собачью говняшку?» Она засмеялась и шутливо ткнула меня кулаком. «Прекрати, я серьезно». «Серьезно? О чем?» «О Санте? Санта-Клаус. Как думаешь, что он тебе подарит?» «Такое вообще возможно? Возможно, чтобы человек, проживающий на этом свете уже 23 года, все еще верил в Санта-Клауса?» Я снова взглянул на нее. «Хм, похоже, возможно». Этот вопрос не из тех, что приходит на ум в обычной беседе. Мы были знакомы 6 лет, из них 3 года уже были вместе, но у меня даже в мыслях не было спросить ее, верит ли она в Санта-Клауса. Конечно, я интересовался, что ей бы хотелось получить на Рождество, но думать не думал узнавать, от кого она хочет это получить. Тогда я как-то не придавал этому значения. Но теперь... Теперь мы были женаты. С минуту я размышлял, не позвонить ли мне ее родителям и поподробнее разузнать об их религиозных верованиях. Но потом передумал. Какого черта? У каждого свои тараканы. Вот я, например. Я боюсь темноты. Поэтому я просто решил ей подыграть. «А как думаешь, что он подарит тебе?» Она улыбнулась и приложила палец к губам. «Я не могу сказать». «Почему?» «Потому что если я скажу, то желание не сбудется». Я пожал плечами и вернулся к елочным украшениям. Бога ради, если моей жене так хочется верить во всю эту чушь, я не собираюсь ей что-то доказывать. Это ж какими упоротыми должны быть ее родители, чтобы их дочь до сих пор верила в сказки? Удивился я, укрепляя звезду на макушке елки. Мне они всегда казались вполне нормальными. Да, немного консервативными, но это было в порядке вещей, если живешь в округе Ориндж. Надо как-нибудь расспросить ее о них поподробнее. Мы закончили наряжать елку, подмели пол и принялись украшать гостиную. У Пэтти было несколько вертепных композиций, стопка рождественских календарей и вырезанный из картона олененок Рудольф в натуральную величину. Ссылка. Вертепная композиция – воспроизведение сцены Рождества с использованием объемных фигур или фигурок, выполненных из различного материала. В католических странах именно такой вертеп получил наибольшее распространение. А еще гирлянда, склеенная из листов зеленой бумаги с какой-то непонятной надписью. «Ваху ворис даху дорис», – прочитал я. «Это на каком?» Она рассмеялась. «Это же из Гринча, ну та песенка, которую пели ктовичи. Я сама сделала эту гирлянду, когда мне было 12. Гринч – моя любимая рождественская сказка». Я не помнил эту песенку, да и сам мультфильм в последний раз видел, наверное, лет 8 назад. Надо было освежить память. «А что у тебя?» – спросила она. Я протянул ей свой единственный вклад. Стеклянный шар заполнен водой и бутафорным снегом, который падал на маленькие пластмассовые сосенки, если его встряхнуть. Она поставила его на стол в гостиной и покачала головой. «Мне тебя жаль. Правда жаль? Вот нет в тебе ни капли духа Рождества». Она поцеловала меня в нос. «Но я все равно тебя люблю». «Я тебя тоже», — сказал я, возвращая ей поцелуй. Зима была холодной, стояли просто лютые морозы, и большую часть декабря мы провели, кутаясь в плед у камина. Это был наш медовый месяц, поэтому нам без труда удалось отбиться от многочисленных гостей и приглашений, чему я был несказанно рад. Ненавижу всю эту возню.
А если честно, мне больше всего не хотелось, чтобы мои друзья узнали о том, что я женился на девушке, которая все еще верит в Санту. В рождественские праздники все разговоры только о Рождестве, и кто-нибудь обязательно задал бы такой вопрос. Итак, мы остались праздновать дома. Болтали, читали, смотрели телек, пили горячий чай, много трахались. В постели она была хороша, чертовски хороша. По правде сказать, она была лучшей из всех, кто был у меня до нее. Вытворяли иногда такое, отчего волосы вставали дыбом. Однажды я спросил о ее сексуальном опыте до знакомства со мной. И она удивила меня, сказав, что у нее его не было. На мой вопрос, откуда же тогда ей столько известно, Петти улыбнулась. Все приходит как-то само собой. Вместе с тем, как долгий день подходил к концу, моя жена становилась все более возбужденной. Стала насвистывать и напевать рождественские песенки себе под нос, все время улыбалась, лепетала что-то. Стоит признаться, глядя на нее такую, я тоже начал слегка нервничать. Вечер Рождества мы провели у телевизора. Петти крутила видеофильмы «Гринч», «Рудольф» и еще что-то из ее любимого. В основном детские сказки. Она хихикала и хлопала в ладоши каждый раз так, словно не видела все это уже раз по 100. До полуночи оставалось еще время. Я хотел было поставить какой-нибудь фильм, но Петти настояла, чтобы мы перебрались в постель. «Санта не придет, пока мы не будем крепко спать», — заявила она. «В принципе, меня это устраивало». Я загодя накупил на 20-ку всякой мелочи, которую планировал засунуть в ее рождественский чулок, и чем раньше она уснет, тем скорее я смогу это сделать. Она была слишком взволнована, чтобы заняться сексом, и все мои любовные поползновения были встречены ее шутливыми отмашками и хихикающим «не сейчас». Так что пришлось оставить ее в покое. Через 10 минут она спала как убитая, прикрыв свой сексуальный рот и тихонько посапывая. Я выполз из-под одеяла, достал подарки из заначки под раковиной и высыпал их в чулок Петти. Парочку кинул в свой собственный, висящий рядом, чтобы она думала, будто это и взаправду был Санта. «Все, что мы делаем ради любви», как пелось в какой-то песенке. Потом вернулся в кровать, залез под одеяло и прижался к ее теплой мягкой заднице. Разбудил меня какой-то странный звук. Я сел на кровати и взглянул на Петти. Она все так же мирно посапывала. Синие цифры электронных часов над ее головой показывали 2 часа ночи. Опять этот звук, словно кто-то отстукивал палкой на крыше нашего дома. А еще это было похоже на топот оленьих копыт, сказал голос из глубины моего подсознания. Стук раздался снова. На этот раз прямо над моей головой и стал перемещаться в сторону гостиной, к камину. Сердце мое застучало сильнее. Откуда-то мне было известно, что это непростой звук. И это точно не грабитель. Там наверху был тот, о ком я даже боялся подумать. Тот с мешком и в красно-белом костюме. Но это же безумие. Санта-Клаус не существует. Это миф, сказка, придуманная взрослыми на потеху своим маленьким детям, а потом грамотно раскрученная маркетологами для выколачивания бабла из родителей. Он – вымышленная фигура, персонаж мультфильмов, как Поль Баньян или Багз Банни. Я пытался успокоиться. Это всего лишь мое воображение, разыгравшееся после разговора с Петти. На крыше прозвучало снова. Нет, не воображение. Господи. Это и вправду было похоже на топот оленьих копыт. Самый желанный звук, который, затаив дыхание, мы ждем на протяжении всего нашего детства. Звук приходящего праздника. Но сейчас мне отчего-то было не до веселья. Я просто хотел, чтобы он исчез. Потому что это начинало пугать меня до усрачки. Мне хотелось залезть под одеяло, зажать уши руками и лежать так, пока не взойдет солнце. Страх, словно желчь, расползался по телу, покрывая его мурашками от пяток до темени. Меня начало трясти, и не просто трясти, колотить. Под одеяло я прятаться не стал. Вместо этого соскочил с кровати,
подбежал к выключателю и зажег в спальне свет. Потом замер, прислушиваясь. Петти по-прежнему спала. Резкий скрежет заставил меня подскочить на месте. Что-то проехало с крыши по каминной трубе прямо в гостиную. Я был в шоке. «Петти!» – зашипел я. «Петти!» Она даже не шелохнулась. В голову пришла мысль позвонить в полицию, но я быстро отказался от этой идеи. Кто бы там ни был, он определенно уже в доме. Я слышал его шаги, тяжело протопавшие из гостиной на кухню. Дверца холодильника открылась, потом захлопнулась снова. Шаги переместились обратно к камину. Что-то просыпалось на пол гостиной и захрустело у него под ногами. Затем раздался свист. Боже, теперь он еще и насвистывал себе что-то под нос. Я напряг слух. Это была какая-то нелепая пародия на полупьяный рождественский гимн. «Так кто же там может быть?» – гадал я. «Какого хрена здесь вообще происходит?» Был только один способ выяснить это. Но я не мог заставить себя сдвинуться с места. Просто стоял рядом с выключателем, пытаясь собраться с мыслями и сформулировать хоть какой-нибудь план. Ноги начали двигаться без моего согласия, переступив через порог спальни, и потащили меня в коридор. В гостиной горел свет. Я всегда оставляю его на ночь, поэтому я медленно крался вдоль стены, стараясь не шуметь. Мне не хотелось, чтобы он меня заметил. Как герой в сказке Климента Мура, я осторожно выглянул из-за угла и увидел кого-то в красном одеянии, стоящего у камина ко мне спиной. Ссылка. Климент Кларк Мур, 1779-1863. Американский протестантский священник, учитель греческой и восточной литературы в духовной семинарии. Большой любитель поэзии, который оказался в одночасье автором самой знаменитой в Америке рождественской баллады «Рождественская ночь», классиком американской поэзии и отцом Санта-Клауса. Незнакомец складывал что-то в чулок Петти. Мои подарки были вытряхнуты из него и лежали растоптанные на полу гостиной. Мой собственный чулок остался нетронутым. Затаив дыхание, я продолжал смотреть. У ног его лежал огромный холщовый мешок, точно такой же, как я себе и представлял, доверху наполненный подарками, в основном детскими игрушками. А еще этот кто-то был полноватым, что, впрочем, сейчас меня не особо удивляло. Потом он повернулся, и я ахнул. Его кожа была темно-зеленого цвета в грязно-коричневых крапинках. Борода отсутствовала вовсе. Близко посаженные глаза, круглые, как пришитые бусинки, были полностью желтыми, без зрачка и радужки. Рот под большим крючковатым носом заполняли ряды мелких острых зубов, таких же желтых, как и его глаза. Но не его лицо приковало мой взгляд. Под красным пальто он был абсолютно гол, только зеленовато-коричневая кожа и торчащий вверх гигантских размеров пенис. Он услышал мой вздох, взглянул на меня и улыбнулся. Но ямочки на его щеках смотрелись невесело. «С праздником!» — сказал он тонким визгливым фальцетом, едва вообще похожим на человеческий голос. А потом желтый туман заволок мне глаза. Наверное, я пролежал без сознания несколько минут, потому что, когда очнулся, этого существа в комнате не было. Но его мешок так и остался лежать у камина, поэтому я предположил, что этот тип все еще где-то в доме. Я помотал головой, пытаясь избавиться от тяжести в голове. Потом попробовал подняться на ноги. Движения давались мне с трудом, как будто я двигался под водой. «Да! Да!» Визгливый голосок донесся до меня из нашей спальни, и я поплелся туда, чувствуя, как мои кишки заплетаются в узел. Петти была на кровати, стояла на коленках задницей вверх, задранной до лопаток ночнушкой. Ее голова лежала на подушке, глаза были закрыты. Она выглядела все еще спящей, несмотря на то, что все ее тело сотрясалось, словно в конвульсиях. Существо пристроилось сзади и тыкало в нее своим габаритным членом. «Да!» – скандировало оно. «Да-да-да-да-да!»
«Нет!» – заорал я во всю силу своих легких, но крик вышел у меня изо рта тихим шепотом. Он снова взглянул на меня, и тело мое застыло, будто парализованное. На этот раз я остался в сознании и понял, что тварь хочет, чтобы я все видел. Существо улыбнулось мне, показав свои желтые зубы. «Прекрати!» – завопил я. «Свали нахер отсюда!» Но мои губы даже не шелохнулись. Мышцы лица словно заморозило. Слезы покатились по моим щекам. Он вышел из Пэтти, и потому, как стал примерять свой член чуть повыше, я догадался, что эта сволочь собирается трахнуть мою жену в задницу. Грязная брань и проклятие сотрясали мой разум, но я был вынужден смотреть. Существо прижалось к спине Пэтти, обхватив сзади руками ее полные груди и мяло их, сжимая и лаская. Мой безумный взгляд сулил ему тысячу немыслимых смертей и изощренных пыток. Ублюдок кончил. Вздрагивая всем телом, он вышел из нее снова. Тошнотворная желтая жидкость капала с конца его огромного члена. Потом он перекатил Пэтти на спину и сунул свой агрегат ей в рот, полностью, по самые яйца. Я видел, как растянулись, выпирая мышцы на ее щеке. Глаза Пэтти по-прежнему были закрыты. Я знал, что каким-то образом она все еще пребывает в состоянии сна. Эта тварь трахала мою жену без ее ведома, против ее воли, и не давала ей проснуться. Он кончил еще раз, хихикая спрыгнул с кровати, отсалютовал мне, приставив большой палец к своему носу, и выбежал из спальни. Через минуту я услышал скрежет в каминной трубе. Потом простучало на крыше, и стало тихо. Откуда-то издалека ветер донес до меня обрывок свиста рождественской мелодии. Утром Пэтти проснулась счастливая, посвежевшая, и сразу бросилась к камину увидеть свои подарки. Она смеялась и визжала от восторга, перебирая содержимое своего рождественского чулка. Мне хотелось изо всех сил двинуть ей в рыло, выколотить из нее все дерьмо. Я обвинял ее в том, что случилось, хотя какая-то часть меня понимала, что все произошло не по ее воле. Но глубоко внутри осадок остался. Иррациональное чувство того, что моя жена мне изменила, что этой ночью ее трахал кто-то или что-то другое. В то же самое время куски головоломки сложились у меня в голове, и все встало на свои места. Теперь я знал, что приходило на смену леденцам и игрушкам, когда мы оставляли позади наше детство. Теперь я знал, что Санта дарил на Рождество взрослым. Я смотрел на невинные глаза своей жены. Они искрились счастьем, восторгом и неподдельной радостью праздника. Но для меня это Рождество превратилось в ад. Я размышлял об этом весь день и решил, что у меня есть год, чтобы убедить ее в том, что Санта-Клаус не существует. Что сначала ее родители, а теперь вот я, наполняли ее чулок подарками. У меня год на то, чтобы сокрушить ее веру. Год, чтобы превратить ее в нормальную, разумную, неверующую в сказки взрослую. Тогда мне казалось, что это целая куча времени. Но вот уже март. После 3 месяцев бесконечных попыток промыть Пэтти мозги, ее вера в Санту по-прежнему незыблема, как скала. А в последние дни она все чаще говорит о пасхальном кролике. Блять, я и не знаю, что делать. Конец истории. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. С Новым годом!